Посылку отправлять. Окей. Попытка номер два. Вчера мы уже пытались, но я не спросила номер телефона у получателя. Поэтому сегодня попытка номер два. Так, что здесь? Можно воспользоваться компьютером, можно самим отправить посылку на автомате. Здесь есть интернет. В подобного вида учреждениях в Корее всегда будут находиться сотрудники, помогающие клиенту решать возникающие вопросы. В данном случае я просто спрашиваю Софии, где продаются коробки, и в ту же секунду подбегает сотрудница, заметившая какие-то наши колебания, и проводит нас до нужного окна. Это невероятно. Я считаю, что такого рода сотрудник помогает не отвлекать других, занятых своим делом, работников почты, и в то же время помогает клиенту не растеряться и как-то найтись. Все слажено, как часовой механизм, быстро, четко и безумно комфортно. Так, вот мы купили коробку. И вот такие вот штучки дают бесплатно, можно брать самим для упаковки. Так, нам нужен МС. Бланка. Вот такой бланк, сам берешь и заполняешь. Здесь есть ручки, здесь есть скотч, клей, ножницы, ручки, все необходимое есть. Пролиться не должны, но мало ли, чем черт не шить. Также я купила здесь немножечко вкусняшек корейских. Так, просто. Так, пришлось взять еще пленки. Так, никогда не знаешь, сколько места у тебя останется в посылке. Можно было взять что-нибудь еще из вкусняшек. Но никогда не знаешь, сколько чего влезет. Так, я думаю, что осталась сумочка джинсовая такая. Положу ее для пущей амортизации. Так, все, заклеивай. О, комбанда генне. Пали. Пойкажа. Вот здесь вот корейцы ставят свою печать. У них у всех есть личная печать. Вместо подписи они используют печать. И это краска для печати. Здесь очки разные все.
50, 60, 70. Что это означает, я не знаю, потому что я в очках не разбираюсь. Все? Аннёсия. Еще обклеивают пленкой. А не даем пумбоя? Сэджи, сэджи катун. Сэджи катун гой. Экчеджу нам вольле. Букву, мекуке. 이게 깨져가지고 터져버리면 이게 다 젖어버리잖아요. 네네. 그러면 외국인들은 뭐 다시 재포장해서 보내주는 게 아니라 그냥 버려버리고 아. 통보도 없이. 그러기 때문에 네. 보장한 게 자체가 잘 돼 네. 있어야 되고요. 잘 돼 있습니다. Она сама заполняет те поля, которые я не заполнила. Всякие там индексы. Никто вам никогда не скажет с такой укоризной, знаете, «Женщина, что вы здесь поле не заполнили?» Просто берут сами все, дозаполняют, смотрят в компьютер, какой там код, какой индекс, и все заполняют. Это невероятно, скажите же, после такого корейского сервиса, после такого отношения, когда приезжаю я в Россию, это для меня просто, ну... Ладно, это отдельная тема. Камсамнида. Да, аннигасео. Ну все, отправили посылку зеленки. Напоминаю, Наталья победила в нашем конкурсе. Наташ, мои поздравления еще раз. Надеюсь, все дойдет без эксцессов. Если даже, не дай бог, что-то прольется, нехорошие иностранные редиски не выбросят нашу посылку. Ой, ржу, не могу. Заботливые корейцы всегда вызывают умиление у меня. Надеюсь, вам понравилось наше видео про корейскую почту. Всех люблю, всем пока!